Крупнейшая за всю историю советской и российской авиации катастрофа напугала многих. Туристы начали отказываться от уже оплаченных путевок. Резко упал спрос и на новые поездки, в первую очередь на египетское направление. В этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Но от дальних путешествий совсем россияне пока не отказываются. Естественно, после такой страшной авиакатастрофы, во-первых, острый приступ аэрофобии у населения, и, соответственно, очень многие вообще никуда не хотят лететь. И в связи с этим довольно серьезное снижение объема продаж в течение текущей недели, по оценке, такой приблизительной оценке наших аналитиков, где-то от 30 до 50% составляет это снижение по сравнению с предыдущей неделей. Собственно, до авиакатастрофы. Реакция вполне понятная и очевидная, но при этом есть, которые, несмотря ни на что, все равно хотят лететь, готовы лететь в Египет. И поскольку нет пока никаких официальных рекомендаций наших органов власти, компетентных в оценке опасности или безопасности того или иного направления, то, соответственно, люди, ориентируясь на это, готовы заплатить и полететь отдыхать на курорт Красного моря.